русским чаем угощаем. Приятного аппетита! Чай с лимоном и вареньем, угощение для детей. С тортом, кексом и печеньем, чтобы стало веселей. Да! И тарелки с пирогами, и тарелки с пирогами, и тарелки с пирогами на столе уже стоят. Мы к ним тянемся руками, мы к ним тянемся руками и кусаем все подряд. Перед нами появилась мама строгая на вид. Ой! И ужасно рассердилась. Что за дети? Говорит. Да. Стоит только отвернуться, стоит только отвернуться, стоит только отвернуться, все обкусаны края. Есть у каждого на блюдце, есть у каждого на блюдце с чаем булочка своя. Мы за стол скорее сели и махнули. Наливай! Все до крошки быстро съели. Мама, съели? Вылезай! Мы наелись, мы объелись, мы наелись, мы объелись, мы наелись, мы объелись. Ой, мамуля, выручай! И куда все силы делись? И куда все силы делись? Вот что значит русский чай.